Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Strongman Simulator. Сразу скажу то, что этот скрипт сделан специально для ивента Shazam. Он тут появился буквально недавно, и на него уже успели сделать скрипт. Значит, чтобы нам получить этот скрипт, переходим по ссылке в описании на мой сайт. Также убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд. И, в принципе, можете выходить с него. Дальше заходим во вкладку Exploits, если у вас нет никакого чита. И скачиваем любой предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. Далее, после того, как установили чит, в поиске пишем Strongman Simulator. Нажимаем поиск. И вот он, самый первый скрипт. Чтобы его получить, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит. Далее заходим в настройки и можете, в принципе, любой DLL ставить, какой хотите. Потому что этот скрипт на абсолютно любом DLL работает. Но я, как обычно, kernel использую. Также напомню то, что kernel используется с ключ-системой. Ключ я уже сегодня получал, мне его просить не будет. Так что просто нажимаем кнопочку Inject. И ждем, когда заинжектимся. Все, отлично. А потом кнопочку Xcode. И вот появляется скрипт. Он такой простенький, тут две функции всего лишь. Это получается автофарм энергии и автофарм силы. Но тут, в принципе, и много функций не надо, потому что тут одна локация, грубо говоря. Значит, смотрите, включаем первую функцию Energy Farm и смотрим, что происходит. Как видите, у меня очень быстро и в больших количествах фармится энергия. Выключаем ее. Дальше включаем Strange Farm. И, как видите, Strange Farm также автоматически у нас прибавляется, ну то есть сила. В принципе, вы силу можете сами прокачивать без скрипта, просто подойти вот к этому воркауту. И на нем самим прокачивать. Тут кликать, по-моему, надо. Да, кликать надо. Вот. Ну, как вам удобнее. Ну, самое главное то, что Energy Farm работает. Также, если я не ошибаюсь, здесь, короче, есть какой-то челлендж. Давайте посмотрим. Так, примем его. Так, а что мне нужно делать? Кликать или что? Я не понимаю. Скорее всего, кликать. Да, победа. Все, отлично. Я победил, получается, в челлендже. Мне, по идее, что-то должны были дать. А, у меня открылся проход. Нифига себе. Так, интересненько. И что здесь? Так, забираем. А почему он не забирается? А, все, получил. Все, дали, короче, бейджик. Это, получается, какая-то награда. Да, получается, мне дали для моего профиля какое-то яблоко. UGC. Интересненько. И все получается. Больше здесь ничего сделать нельзя, как я понимаю. Ну, по-моему, да. Ну, что, тогда буду на этом заканчивать. Кому понравился скрипт, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. А с вами был Избан. Всем удачи и пока.